Так, ребят, всем здравствуйте, всех зрителей, приветствую. Здорово, также. Привет, Майкер, привет, Джонни, привет, Вудуш, привет, Юрий Профессионал. Ребят, всем еще раз добрый вечер. Юрий Профессионал у нас сегодня будет без вебки, он чисто в голосе, так как он лучший комментатор, его лучше слушать, чем видеть. Я продал вебку, да. Да, продал вебку. Так, ребят, спасибо всем громаде, что пришли. Сегодня у нас стример кап, мы сегодня посоревнуемся среди людей, которые собрались из разных миров вообще абсолютно. Майкер, ты один из... Киберкотлет, Warcraft 3, Вудуш, супер, я не знаю, продвижение с Герой 3, по сути, если говорить с Герой 3, то можно сказать, ну, короче, он продвижение с Герой 3, то есть лицо Героев 3, то Вудуш, ребят, вот, можно заходить так, да, Джонни, Киберкотлета в файтингах, я сегодня буду в качестве комментатора, потому что, ну, слишком нубас, не могу я взорваться к этим коням, вот, поэтому сегодня поиграем в МК 3, посмотрим, кто как играл в детстве, кто что может. Ставки были абсолютно разные, были голосования, то есть голосовали там, ну, результат непредсказуем, это я вам точно сейчас могу сказать, поэтому посмотрим, как это будет вместе с вами сегодня. Можно сразу сказать мой прогноз на топ-4? На топ-4, а, кстати, да, на топ-4, да. Ребят, у нас, да, говори. Значит, Вудуш топ-1, потому что он как бы Warcraft играл, как мы выяснили совсем недавно. Так. Вот, на втором месте Джонни, мы с Джонни познакомились 5 минут назад. Но он выглядит как профессионал, но не Юрий, но Джонни. Да, вот. Вообще просто. А мы, соответственно, да, у него футболка, он готов. А мы поделим просто 3-4 с профессионалом, потому что мы не профессионалы на самом деле. Так, слушай, ну ты сказал 3-4 поделим, но Юра так и не понял, то есть 3 или 4 все-таки, кому какое-то в итоге. Так, я там все понял. Окей, делаем дикий замес. И на той платформе вы турниры проводите с разъемом. Ну ладно, сейчас, по крайней мере. Так, смотрим. Да, продолжим. Запустить турнир. Ой, да. Юра, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Юра. Блин. Джонни против Вудуша, Майкер против Юра сразу, сходу, да? Нам пришлось с тобой как бы сразу в финале, считай, сыграть, Юр. А здесь же лузер-сетка есть. Да, есть. Лузер-сетка есть. Мы выложимся просто до конца. Ну, все подтасовал. Вообще подтасовал. На самом деле... Я хотел варкать с Майкером. Да, ранжирование это было просто чисто формально, что, чтобы все видели, что, ну, как бы все по чесноку. На самом-то деле все ясно. Все куплено. Так. Я забыл, на что так. Кнопки у меня настроены. Кнопка старт там у тебя есть, все, этого достаточно, в принципе. Так, ну что, ребят, до 5 побед. Скажи, побед. Как рандом выбрать. Рандом, слушай, ты же первый, на Китану и вверх старт тогда. Сейчас Майкер только появится. А второму нужно что-то нажать. Старт. Нажми старт или удар с руки. Давай. Блин. Юр, ты чисто на любом настоящие играешь? Мужики. Короче, это жесть. Нет. Только. Я последний раз играл в школе. Слушай, ничего не жми. Я попробую. Подожди, а давай я комбо сработаю. Не бей меня тоже, подожди. Давай. Так, что у нас тут? Что мы умеем? Mm-hmm. Мы умеем раз... Что? Ага, вот так вот, значит, да, уже пошло. Так, окей. Так, Юра у нас первый плеер, понял, он на Шансунге, Майкер у нас на Кабале. Окей, смотрим. У меня 7 фреймов или сколько там? Да не важно, Юра, тут главное, сколько скилла у тебя, понимаешь? Фреймы это уже дело такое, второе, как говорится. А как превращаться в кого-нибудь, скажи, в нормального? Так, ну слушай, ну Сайрекс, там блок, понажимай. Три раза Б. Да, во. Слушай, а Майкер-то, слушай, жесткий оказался-то. Слушай, конечно, получается... Притворялся. Слушай, получается, зря позвали тогда, получается? Мы-то думали, как бы просто, чтобы он зашел там, ну, чисто для вида. О, что так долго думал, да? Так у меня 7 фреймов, у меня мега задержка. Так, нормально. Да ё-моё, где блок? Нет! Кстати, неплохо, прям с морфа закомбил. Да, слушай, ну, слушай, Юра, ты чё там, давай полегче, так не заряжай ты уже так жестко. О, нифига себе! О, зонит, смотри, не дает подойти. Ой, первую победу, слушай, забирает, а? Победа! Блин, я думаю, все, думал. Все, можно уходить уже, да? Не-не-не, до 5 побед. Нет, до 5 побед. А что по призам? По призам, слушай, все нормально. Выиграл. Сколько выиграл? Да, сразу за победу. Сколько за победу там дает? Так, как здесь делать этот пропеллер, чтобы он вертелся? Так, пропеллер, слушай, ну нажми кнопку С. Да, там подержи пару секунд. Вот так. Все, Юра вошел в раж. Сейчас будет раздавать. Так, слушай, а Майкер-то смотри, что делает, а? Не дает расслабиться. О, нифига себе. Ага. Так. А где? Слушай, Юр, ты там. О, не наказывает. Ой. Почему?
Потому что это Юра. Ой, да, где? А, слушай, блядь, не сработало, короче. Чё за дела? Юра, давай там это, навали, что там происходит, я не понимаю. А у меня кнопки не слушаются, представляешь, как играет с такой задержкой. Ё-моё. А ты кнопку С зажми, отпускай перейдешь, ей будет нормально. Я зажал её. Так у меня, смотри, я ее зажал, у меня, получается, двигаются только две остальные кнопки на клавиатуре, то есть прыжок, а удар я не могу нажать уже. Да смотри, у тебя нормально так? Вот, получается, вот. Без ударов заходит неплохо. Майкер мог бы поддаться. О, серьезно? Ничего себе, Юра закомбил? Это как? Интересно. Блин, я чувствую, отлетим, короче, мы от остальных, они сидят и ржут. Слушай, ну не знаю, посмотрим. Так, мейнит кабал, а вот и Саб-Зиро, так, это, я так понимаю, сейчас Вудуш, да, сейчас за Юру сядет, да, поиграть? Да, заготовочка пошла, да. Ага. Блин. Так, ну окей. Ой-о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 й
Так а ты можешь и без комбы разъезжать. Вот так, смотри, нормалами. Вот, о, смотри, вот так, да-да-да. Ой-ой-ой, грязь какая пошла. Заблокировал? А чё ж не наказывает-то? Да-да-да, можно было. Ой-ой-ой. Тут можно одну кнопку спамить, да? Да, конечно. Так главное знать, какую. Видишь, Юра, молодец. Юра, красава. Первый раунд. За Юрой. Ага. Причем вообще на изичах, здесь смотри, трейд, прям все просчитано. Да, вот так начинает комбить. Просто проверяет пристрелочное, свой сильно не душит. Жму, понимаешь, вот я жму присесть, и с третьего раза он, блин, делает подножку. Все-таки делает, да, получается? Ну он делает ее все-таки, да. Угу. Все-таки он делает. Так, ребят, всем все еще раз добрый желе. Слушай, ну, во-во-во-во, да. Задвигай, так. Нормально. Это камбэк от Юры. Ой-ой-ой-ой-ой, просто заджебил, пацаны, просто джебами размотал, ты видишь, что творит. Самуэль, спасибо громадно за поддержку, спасибо. А слушай, нужно джебать и одновременно блок зажать, да? Да. Ну вот смотри, я зажал блок, у меня не жмется ни один джеб вообще, я жму сейчас оба джеба. Надо сразу джеб, потом блок, все дела. А, вот там передают привет Юрию от клуба любителей Supreme Commander, вот передают привет Юрию. Спасибо за привет. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты будешь, вот так. Дорогие друзья. Слушай, ну Майкер закрутил, но тоже не комбит, Ну Майкер, ой-ой-ой-ой. Слушай, до стрима наныл, что вот, все плохо, я не умею. И Юра такой, ну ладно, типа не буду сильно щемить. Я даю ему, да. Ага, хорошо. Ну слушай, ну 3-0 пока. Юр, ну я думаю, можно уже начинать разваливать. В принципе, ты уже показал, что как бы, ну окей. За рандом? Ну, скажи, за кого развалить. Слушай, ну бери уже имбу, бери Найтвульфа, просто унижай. Ну пора, пришло время. Я думаю, уже можно, как бы. Ну, 3-0. Он еще может, я уверен. Все, ребят. Слабонервный уйдите от экрана, потому что сейчас начнется просто жестилово. Так, опа, на-ка. Хорош. Так, ну Слука хотел подстрелить, это подсказали, между прочим, перед стримом, как Слука стрелять, поэтому Юра решил сразу проверить. Так, вот так, иди сюда. Хорош. А от него же можно просто при это самое. Не-не-не, если делает Юра, там ничего не работает. Там надо просто стоять, смотреть. Да, то есть там как бы вариантов. Я тебе даю просто файл. Да. Хорош, Юра. Пошло. Заспамил. Блин, давай, нападай. Ой, спасибо, Саня, спасибо. Я вижу, там у тебя, да, люди ворвались. Ой, у меня зависло что-то. Ага. Спасибо, Громат, за рейд. Так, нормально. Слушай, ну вот, я думаю, сейчас будет камбэк. Ой-ой-ой, смотри, топор пока достал, а? Юра начал миксовать, все, труба, короче. А, слушай, а у тебя перкос, хорошая задумка, мог забрать, нормально. Ой, смотри, сход. Все, комьюнити сейчас прильнуло к экранам в поисках интересных комп. Угу. Учатся у лучших. Так, слушай, ну ой, опять не наказывает. Ну вот здесь Юра, да, прощает, просто коленка, типа, ну куда ты едешь, ты видишь, я здесь стою. А я не знаю, а у меня когда жмешь же такая задержка, что? Блин, у меня через VPN, видишь, сначала все в Швецию, потом обратно в Москву. Ага. А зачем пакеты проверяют? О, смотри, как миксуют по этажам просто.
Да, ну, Юра за интернационал. Швеции пакеты поехали. Вот он, смотри, вот он топор-то, где найдут. Вам пакет нужен? Да, ну только шведский. Окей, окей. Пионерич, спасибо. Нужно Enter нажать. Да, Майкер, стоит, нажми, жми, жми, старт. Слушай, ну Юра сейчас пойдет уничтожать столбик. Пойдет уничтожать столбик. Теперь просто нажми любую кнопочку. Просто нажми кнопочку, там, любую, да. Только сейчас нажми старт, когда экранчик пойдет. Вот Юра, смотри, видишь, выбирает кого. Это вот там, где ты будешь, старт. Вверху был, по-моему, сам вверху, нет? Вам не показалось? Майкер, Майкеру нужно нажать старт. Майкеру нужно нажать старт. Там на счет был 3-1, если что. Да, да, все. В автомат нужно кинуть монетку. Да, 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 да. Монетка в автомат, ребят, ссылки в описании на монетку, так можно там закидывать, все хорошо. Так, я за других не помню ничего. Я хоть одну комбу вспомнил. Так, ну Юра тут, конечно, раздает. А как Ленина делать? Как Ленина на этом делать? Ленина? Руку это, назад, ребят, назад, чтобы назад. Сделать Ленина, заходите чё, на канал Юрия. Назад, вниз. Нет, назад, вниз, назад, верхний удар ногой. О, да, назад, да, вниз, назад. Верхний, что? Верхний, хайкик, да, да, да. Хай, 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 Z, ага. Z. Вот так, да, вот. Ничего не произошло, абсолютно просто. Он далековато был, далековато, надо чуть поближе, чуть поближе. А, расстояние влияет, да? Ну да. Так, там. Спасибо, ребят, всем, кто поддерживает. Все это потом мы просуммируемся. Так. Ох, ой-ой-ой-ой, в прыжке заморфил. Ой, заморфил, говорю, заспинил. Так, ну Юра пока поддается. Все-таки он понял, что на Найтвульфе, да, когда он взял, там просто развал, поэтому такой, ну ладно, ладно, окей, надо, дадим. Надо фору дать. Да, да, да. Не бей, я проверю. Где? Ну ага. Как, ну что Баня. Это? Так. Ничего себе. Не, а ну как не... стрелять у него? А вниз-назад лопанч, да, вниз-назад. Ой-ой-ой, Майксер даже миксует, ты видишь, издевается просто. О. И пилу. О, серьезно, серьезно? Антиэр суперкота? А. Это что такое? Так, ребята, я напомню, что у нас на Ютьюбе, как я и говорю, по результатам голосования, только 6% голосовали за Майкера. Вы видите, что он творит? Вы видите, что он творит? А что он творит? А что там такое? А что там было такое? Он же не против бота играл, верно? Нет, нет, конечно. Я бы не выиграл, скорее всего. Не-не-не, стартуем 4-1. Там Юра был? Да, Юра просто такой, типа, ну ладно, окей, 2 минуты рекламная пауза. Интеграция. Стартуй, Юра, там. Давай 2 на 2, говорит. А давай 2 на 2, какая разница. Лупи уже, лупи по полной, короче. Все нормально, нормально. Ой, блин. Так. Так, кого напикаешь? Кого? Кто там будет у нас? А он имбу берет, как бы, ну... А я не знаю, ладно, вообще, ладно. Я не помню ничего. Ну, да. Окей. А, как, ну, что окей. Там? Ну, неплохо, неплохо. Пока 1-4, ну, Юра тут, я думаю, сейчас раздаст. Какой 1-4? 2-3, 2-3. Молодой человек, ты перепутал. Да, это, видишь, игра сама, к сожалению, все делает. Мы не можем. Все, как мы договаривались, Юра, хотели сделать 2-3, но игра, она, видишь, она счет показывает правильный. Почему он не выпрыгивает? Вот выпрыгнул. Блин, да что ж такое? Что ж... Ничего не получается даже. Но флешбеки из детства идут. Да, 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 да. О, вот оно. Ага. Вот. Есть, Юра пошел. Давай больше телепорт. Нет. Ой, ну тут ну просто размен. Да. Там пишут, что десинг у них. Возможно, кстати. Возможно, у вас десинг, кстати. Ну да, кстати, потому что Майкер как будто ничего не делает. Да, да, да. У нас на экране такая ситуация. Да, 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 да. Это Юра просто со Швеции, понимаешь, там не дает коннект. Ну, знаете, давайте мы сделаем рехост. Да, рестарт. Давайте. А вы видите, что я проиграл за Ермака? А, у меня 2-3. Я выиграл там. Давайте. 3-1, давайте сделаем рехост. Я сейчас, погоди, VPN-чик выключу тогда. Да, это все, ребят. Сейчас Юра зайдет через Россию. Сейчас начнется. И я не знаю, что это будет. Это будет как бы это, ну... Больше пакетов Швеции отправлять не будет. Да-да-да. Пойдет дело сейчас. Так, ребят. Не, ну это кабал заготовленный. Майкер, конечно, хитрец. Мы настраивали. Какой счет тогда мы будем? Мы тогда поиграем за Да. 3-1, да. С 3-1 начнем. Как я слышал, Фризен тренировал Майкера, не? Целую неделю. Не, я зашел, говорю, Майкер, ты играл там? Он говорит, слушай, я все играл. И говорит, кнопки даже это не так, как у нас называлось. Я создал. Как только он взял кабалы, я такой, все, я понял, тренировки больше не нужны. Ты зашел, такой, говоришь, Майкер, ты играл в МК? Он такой, нет, в XCOM. Ты ему такой, ну это одно и то же, заходи. В принципе, да, нормально, пошагово будет. Заходи. Ну, пожалуй. Да, Майкер, заходи. Да, иду, прошу прощения, сейчас. На базе.
База что-то создан. Один фрейм у меня. Ну, так ты извините, ну, ты как бы... Мы не будем говорить, откуда Юра, да, чтобы не палить локацию. Серваки у Юры стоят. Да-да-да. Все, ребят, сейчас будет жесть. Ты один, это как бы извините. Тем более Юра... У меня эксепшн какой-то, мультикор там, корпор. Это нормально? Сообщение об ошибке. Ой, нет, это ненормально. Да, Юра, я... Десинг, десинг, давайте, да, пересоздадим. Слушай, ну я не знаю, Юра, тогда ты как с одним фреймом будешь? Создай майкер. Ну я буду разваливать, наверное. Создавай, Юра, еще раз, это нормально будет. А, бывает, да? Да, да. Я с Юрой с одним фреймом. А я за Ермака разваливал, прям радовался. Вот, там 1-4 еще. Видишь. Ну как мы договорились, мы для тебя сделали картинку, что ты развалишь, для майкера, что он развалит. Ну то есть, как бы, чтобы все были довольны, все хорошо, понимаешь? Вот я создал. Да-да-да, хорошо. Заходи, мы заходи, Майкер. Захожу. Да-да, все. Запустилось. Ага. Ну окей, 3-1. 3-1. В пользу пока Майкера 3. Стартуйте, стартуйте, там можно уже старт нажимать, да. А, надо жать было. Ага. Представляешь? Да-да-да. Мы не знали. Так, ну окей. Сейчас посмотрим. Замесь старт, пожалуйста. Давай, Юра, давай, что там, будешь все-таки на Эрмаке, да, разваливать? Ну, давай посмотрим. А что он умеет? А что у меня уже получилось, у меня получилось только что на Эрмаке. Угу. У меня еще игра так подтормаживает. У меня тоже подлагивает, да. Это сноубой уже лагает, все. Да-да-да, это все нормально. Так, ну что? Ох, ты нифига! У меня игра зависла. Сноубой, ну не лагай ты нам игру. Я понял, я понял. Ну я же на интригу надо внести, я вижу, что Юра проигрывает, я там подкручиваю туда-сюда. Как ты за него стрелять? Реально лагает просто. Низ назад. Ну, я не знаю, кстати, что тут. Там. Просто фризит. Я вижу. Ну, сейчас, надеюсь, отфризит. Нифига себе! Ну, совсем другое дело, Юр. Так это пакеты. Да, пакеты, поехали. Только комбо не это самое выполняется. Так, слушай, да, а Юра-то, оказывается, все ждали Найтвульфа, что он будет разваливать на Найтвульфе, а он, смотри, что устроил тут на Эрмаке, а? А у него гарпуна нет, что ли? Не-не-не, веревки нет. Меня зависает прям тоже жестко. Я вижу. Даже комбо не буду пытаться делать. А здесь потому что peer-to-peer connection, то есть у нас у всех тогда виснет, видишь? Ага. Блин, а что такое? Зависло. Блин, надеюсь, нету десинка? Не-не-не, десинка точно нету, здесь все нормально. Так, ой-ой-ой, Юра, грязная игра пошла. Ай, смотри, шла. Серьезно, о, телепорт? Хорош, Юра, молодец. 2-3, счет у нас. Реально 3-2. Да. Главное, что интрига пошла, интрига. Старт нажми. Майкер, стартуй, да. Я нажал. Все, последнюю секунду, камбэк, на последней секунде стартанул. Так, что в чате пишут, кого мне брать? Никого. Так, пишут, бери Вудуша бери. Есть такой вариант? Ну, как бы, может быть, конечно, как договоримся. Да-да-да. За страйкера как прыгать вот с его палкой? Вперед-вперед Z. Да, вперед-вперед Z. Так. Так. Оп. Я не успеваю даже перкот сделать, у меня зависает почему-то. Ой, а что такое? Что такое? Что это за танцы такие сейчас были у нас? Ё-моё. Нифига себе, там какие спины. Блин, как же он зависает! Это условия сложные, а что все думал? Это пакеты все, пакеты, видишь, не через вес. Слушай, а Юра, смотри, что делает. Ой, ну это просто, это просто стоп-кадры, как Юра развалит, ребят. Это слоумо, я монтаж видео делаю сразу, да. Хорош. Еще сравнялся? А, нет, еще не сравнялся, он скоро будет. Не-не-не, сейчас будет 3-3. Слушайте, а реально Юра что решил камбэкнуть из 1-3? Это что такое вообще? О, хорош. Не, оно, ребят, тут все нормально должно быть. Я не знаю просто, что у нас тут происходит. Плотность большая. Слишком большая плотность стримеров, понимаешь? Интернет просто не вывозит. Так. Да что такое? Что же он так лагает? Он сказал, что... Типа засмеялся. Это что такое? Это макросы Юры, да. Юра просто макросы подключил. С одним фреймом зашел. Юр, ты VPN отключил, а макросы ты забыл выключить, понимаешь? Ой-ой-ой. Не, ну там можно было с апперкотиком встречать. Да? Покажите, Юрий, где блок. Был. Не, если Юрий еще будет подсказать, где у Юры будет блок, ну вы представляете, что это будет. Ой-ой-ой. Ой, хорош. Ну хотя бы с апперкота, да, хотя бы апперкот, хотя бы так. Хорош, ну что это такое? О, 3-4, серьезно? Ой, так я за рандом играю, ну как бы, если бы молодой человек, то ты как бы уважал бы правила дворовые.
Дворовые. Что они? Джонни, ты как за дворовые правила, нет? Да нет, у нас чисто киберспорт. Честно. А я думал, во дворе собрались Котки, там с пацанами. Да, это жесть, это мой интернет, что ли, такой плохой. Ну, я не знаю, может быть, у тебя надо было, может, два фрейма поставить. Ну, если были бы лаги, то тогда бы в Украине тоже были бы лаги. Он без блока на бабалите выходит. Да-да-да, пишет, Юра на бабалку будет. Внизу меня. Юра бабалку будет делать. Да а бабалить, ну что ж так можно? Да-да. Я не знаю, что там случилось, ребят, но должно было быть все ровненько. О, встретил как, а? Кстати, да, Юра, можешь, кстати, F5 нажать. Мы, кстати, посмотрим, у кого там что, чтобы понимать. Да, вот, кстати, да, Юра, у тебя, да-да-да, чуть-чуть там. Да. 328, это ты мне тормозишь в Дискорде все. Я знаю. Я поэтому всю трансляцию на тебя повесил. Я думал, что у тебя интернет повеселее, поэтому я туда все перегрузил, чтобы все было норм. Слушайте, а Макер-то ждет в блоке, смотри, провоцирует. Ждет, ждет, молодец, запатим. Он умеет играть или что, я не понимаю. Я вообще тоже не понял. Вот надо было, наверное, Найт Вульфа брать, все-таки унижать, что за дела-то, а? Не, где что? Где? Смотрите, получается, Юра летел 1-3, такой, типа, нет, так не пойдет, включаем VPN, точнее, выключаем VPN, включаем лаги и делаем камбэк. Получается так, да, счет? Да, 3-4, ребят, счет, Майкер ведет. Так, Юра, о, сам включил провокацию. Да ну, что ж такое-то, ё-моё. Говорят, Юра, ты, наверное, со спонсорского ноутбука играешь, говорит, в этом вопрос. Слушай, ну 3-5. Его забрали уже. Забрали? А, так наоборот, да, как раз-таки раньше ты играл со спонсорского ноутбука. Слушайте, ну Майкер, да, проходит в финал виноров, ребят. Как он такой? Все. А ты уже пока падаешь в сетку лузеров? Да, ну Юра, слушайте, это было... Да, мне очень приятно было, что я, да, как бы, все-таки что-то мог еще. Вот. Но ты тоже молодец. Лаги нам помешали с тобой. Угу. Так, вот, ну у нас получается счет. Возвращайся ты из Швеции. 5-3. Мы вот сюда, ребят, с вами идем тоже посмотреть, да, что у нас тут вообще 2-5 получается в итоге. 2-5? Просто... Не-не-не, там, да, 3-5 было, 3-5, ребят, 3-5. Вот, у нас получается Майкер проходит в полуфиналы. Будешь, я как бы ничего плохого вообще тебе никогда не делал. Согласен. Вот, да. Поэтому полегче, пожалуйста. Ага. Взаимно, взаимно, Михаил, взаимно. Так, ну давайте смотреть, слушайте, так, Майкер на кабал, Вудуш на Люканга, ой-ой-ой, это сейчас будет просто голосовое тут просто унижение, понимаешь? Ух. Смотри-ка ты, ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Слушай, это что такое, да-да-да, это что такое, просто байты какие-то сумасшедшие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ну, смотри, в прыжке, слушай, а Майкер-то... Вот, слушай, сработала эта тема, да? Сильно не бей, а я сейчас буду тебя разваливать. Это как вообще? Да, о, хорош! А где? Почему? Да где? А, нет! О, сейчас будет зоник. А, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, забрал первый раунд, как будто так и надо. Я в шоке, если честно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ой, это что такое? Ты че? Я Майкер такие отличные спины делал. Да я вообще как Люкана, да, даже да, полез, да, перебивает. Вообще антиэйр, смотри. Прям не дает продохнуть. Так. А, нет. Смотри, 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 из угла огрызается, огрызается. Ой-ой-ой. Смотри, два раза перепрыгнул, okay, третий раз перепрыгнул, серьезно, серьезно, это что такое за фокусы? Ух ты, блядь. А, лянь, нет. А-а-а! Есть, остановил его перед собой. Просто на последнем пирсиле. А, немножко не хватило. Да-да-да. Вот, Юрий, в чате здесь всем успехов, здоровья. Юрий, спасибо тебе громадно, что пришел, спасибо, что уделили внимание. Надеюсь, вы сможете поближе познакомиться друг с дружкой. О. Так. Почему комбо не идет? Я уже сто раз пробовал. А XX вниз X надо вот. Ты вот прижмешь, да, XXX, и потом вниз X апперкотик будет тогда на кабале. Ой-ой-ой-ой, ну первый. Да, 1-0, 1-0. Так. Ну да, эти спины. Так, блин, ну реально надо было недельку посидеть, позадрачивать просто и все. Ну ты дал шанс пацанам, Майкер, мы поняли. Ты дал шанс пацанам, чтобы у них хоть что-то получилось, это ясное дело. Так.
кстати, Voodoo за Синдел достаточно хорошо играет. Да, мы с ним вот как раз ночью, да, до 25 побед играли, и там прям у него неплохие комбы и неплохой дроник там. Да что такое? Ну вот смотри, во-во-во-во, смотри, джампик и еще и фаербол. Хорош, хорош, 34. Так, огрызается, плюется. Ух ты, у него длиннее подножка, ты это видел? Да. Да ладно, серьезно? Нет. Ты че? Молодец, Майка. Слушай, ну неплохо. Я говорил, ребят, когда голосовали, что Майкер — это темная лошадка. Когда я видел этого персонажа, вы сами понимаете, Кабал — это босс, да? Поэтому тут как бы все не так просто. Хорошо. Ой, Вудыш, какой комбу сделал на 41. Задрот. Ух ты, смотри. Спасибо, да. Так. Начинают показывать, смотрите, ну по раунду. Вот этот спин. Оу! Слушай, интересный трейд. Ой, да что ж такое? Да где ж там? XX не сык сделай. Можешь не с коленки начинать, Майкер, а просто XX не сык вот эту руку жмешь, и все будет. И он как раз заперкотит его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а будешь прям... Сколько у него персов-то в ростере уже? 4 или сколько там, что он раздает, а? Что происходит? Один. У него, кстати, большой ростер. Так я и смотрю. Он уже не только. То смотри, у него как бы заготовочки. Так, Майкер будет на... Что? Так. Джакс пошел. Так, смотри-ка, ты что делает. Жестяные руки сейчас. А что умеет Джакс? Сейчас посмотрим, мы пока не знаем, что умеет Джакс. Смотри, что за... Ой-ой-ой-ой-ой, с двух рук просто накидывает. Вторчик, спасибо, громадный. Так. Что, блин? Я забыл это все. Ты че? Смотри. Так, говорит, сюда подойди. Вот я тут. Видишь, я хоть... Во-во-во. Будешь, не тяни руки, не тяни руки, а то ноги протянешь. А, нет, смотри. Не стык с ней ножа. Забирает. Ты че, а? Интересно. Жаль, ну ты наблюдай, смотри, надо что-то тебе думать, что тут куда придумать. Да, бля, он не возьмет Джакса против меня, типа. Не, ну тебе сначала я говорю про Майкера, ты куда смотришь? Майкер-то все-таки лузеров упадет. Ты куда смотришь-то, ё-моё, ты на Вудуш, он, смотри, сразу зацелился. Ты аккуратненько, не спеши. Так сейчас Вудуш проиграет, поэтому я на него смотрю. А, все, тогда вопросов нет, тогда задумка ясна. Так. Ой-ой-ой, что делать? Да, хорошо, встречает апперкотиком, по сути, один хит. Ну, там что-нибудь, там Майкер... Ай-яй-яй. Не хватило, буквально пиксель. Если бы хотя бы фаербольчик какой-нибудь, он бы нормально зашел. Слушай, буду что-то какие-то... Кого ты сейчас возьмешь? Мы надеемся. Я надеюсь, Шоукана больше не будет у нас там? Нет, Шоукана нет. Я, пожалуй, возьму. А что у него есть? Давайте. Серьезно? Ты возьмешь Шоукана? Блин, Саня, я не знаю, что тут брать. Слушай, ну бери Матару, наверное, разберитесь. Не хочешь? Так, Матара... Да. Или Шоукана, то есть вот так вот, да, прям. Ну, по-геройски надо было на двух конях. Нельзя. Можно. Можно два коня? Да, можно два коня. Ой-ой-ой, это, кстати, опасный мув. Ой-ой-ой, это грязь. Да, это, кстати, имеется инвул, то есть там кадры неуязвимости. Так. Ничего себе. Да, руками-ногами, там можешь назад нажимаешь, и хвост будет, Майкер, назад целый хвост такой длинный, свип, он очень хорошо зажимает его, да, да, давай подсечку, во-во, с дистанции, во-во, не дашь ему подойти к себе, упс, молотком забил, нет, ты просто уничтожил, просто кузнец из Диабло, ой, блядь, что такое? Руками-ногами отталкивай его, да, не давай. Вот так, вот, покажу, у кого руки длинные. О, слушай, хорош. Смотрим, ребята, как... Нормально. О, слушай, не даешь. Вот если он сейчас в угол зайдет, конечно, будет... Ой, толкается, да-да, вот так ему. О, молодец. Отталкивай, да, бей рукой. Как это делать? Слушай, хорошо зонит, и тут один удар. Давай, подходи. Так, кинуть шаги. А, у него не работает. А работает, назад, вперед, а, по-моему. Ну, а, да, смотри, он... от него отлетит. Да, от него отлетит, поэтому имею в виду. Сань, тут подсказывают тебе, лошадью ходи. Так. Я пошел тоже. Ага. Так. Хорош! Слушай, отбивается. Блин, опасно, в угол остался, и там сейчас будет грязь, он просто будет там душить его. Это фреймтрап. Да. Блин, он такой жесткий вообще. Забил в угол, да что ж ты будешь делать, а? Я еще разок за коня, с вашего позволения. Конь, просто огонь. Окей. Слушай. За коня. Так, а я тоже могу взять коня? Да. Конь на конь, слушай, ну все, ребят. Герой 3, просто кто просил. Ой, слушай.
А Майкер-то что-то, что с ним Ой-ой! Это что было? А он так летает. Отражение, да, они не могут друг друга пульнуть. Слушай, ну сейчас будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Два коня, два коня. Где мой конь? А, мой потемнее. Да-да-да, ты если что, ориентируйся, да. Два коня встретились, ребят. Да что такое? Ты очень плохо на коня играешь. На зацепе, ты тоже вот хвостом, если что. Ой-ой. Чё ты прыгаешь? Ой, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Со старта чё там? То ты чё? Ты чё прыгнул? Встретил его. Рогами принял. Слушай, ну тут прям серьезная разборка. Ребята прям не шутят. Опа, инвиз нашёл. Ой, инвиз телепорт. Обманывай его, понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Чисто на Фудси. Да, Фудси гейм тут был, смотри, на него. Ой, да, МК3, который мы заслужили. Вот он, да, ребят. Вот это. Да, конечно, сейчас. Ты че, он по воздуху ходит, ты видел? Ты видел, он по воздуху ходит. Так, а кто там телепорт нашел? Я смотрю, телепорт. А это Вудуш телепортил, смотри, хитрит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Это что такое? С фулскрина ноги. Это что такое? Что за копыта-то такие? Вы что делаете, а? Так. Ой-ой-ой. Один удар, Майкер. Ну-ну-ну-ну-ну. Там хоть какой-нибудь пиксель. Давай. Ай-яй-яй-яй. Забурил все-таки. Ну что ты будешь делать, а? Красиво. Кони мои кони. Один удар, Майкер. Было близко. 5-0. Майкер против Джонни, да, это борьба за третье место, у нас получается Юи занимает четвертое, сейчас будет борьба за третье, но любой из них может все еще занять первое, то есть если кто-то из них обыграет, то он войдет в верхнюю сетку, и там еще будет разборочка, так что как бы не все потеряно. Поэтому слушай, Майкер, ну давай. Давайте я уже показал все, что мог. Слушай, коня ну, даже показал. Да. Ну слушайте, ну давайте посмотрим. Джонни, не расслабляйся, потому что ты же видел, да, что происходило. Резко могут выйти кони, и там я не знаю, что делать. Да я не был готов вообще, знаешь, что Юра так сыграет. Да мы так и поняли, то есть ты как бы натренировал Шоукана, Матару, и тут Юра такой, так это я вообще изи. Как бы, вот он говорит, да я его нормалами размотаю. Да, сейчас я его обычными ударами. Обычными там. Так, ребят, ну вы можете создавать, я уже бегу туда. Опасно, ребят. Смотрим. Так, не стартанули там, ребят. Блин, я не нажал на старт. Ну сейчас можешь нажать. Да, можно нажать. Не, можешь сейф стрим нажать. Ну сейчас появится против мобов. И можно будет стартануть. Против мобов. Да, мобов можно экспу набрать там, пофармить немножко. Кабал на кабал у нас. О, чего? А так можно было? Я не подведу Серегу. Так, там Шоукан. Вот. Вудуша сидит, наблюдает за всем этим делом. Ну, у него все, комбо есть. Как... Так, а у тебя тоже комбо есть? Во, смотри, видишь, у тебя тоже есть комбо, все нормально. Вот, апперкот хороший. Так, Майкер у нас в синих штанах, если что. Чтобы можно было понять, где кто. Так, ну наказываю, не успевать. Там можно было наказывать. Можно. И здесь, слушай, ну Джонни прям что-то прям решил, все, хватит шутить, надо забирать, то есть без каких-либо там... А это не мой кабал был? Ну, слушай, слишком хорошо играл, да? Ага. О, вот, давай. Ой. А ты с ноги начинаешь, а попробуй с руки сразу вот так вот, трехударочку такую. Рука, вниз рука, и все будет прям отлично. Чего, ногой перебил спин? Да вы что, серьезно? Блин, хорош. Хорошо. Это все школа, как бы. Начальная школа наша. Ага. Так. Тишина. Очень напряженно у нас здесь. Так, перепрыгивает, переходит сюда в атаку. Слушайте, пока не рискует, ай, и вот блин. Этот риск. Да, Джонни здесь снимает неплохой дэмэдж. 35% забирает просто с ровного места, понимаешь, что творит. И опять. Блин, как он обманывает, а? Он, да. Он обманщик. Слушай, ну он стоит на месте, ждет, да, здесь провоцирует, сначала ты, потом он спин. Ну как бы по очереди, как в XCOM говорит, сначала он ходит, потом ты, то есть поэтому клиниваться нельзя, чтобы все четко было, да. То есть когда на одинаковых играете, все по очереди, чтобы все как бы грамотно было. Так. А, то есть ты решил все-таки показать, да, кто тут батя? Типа окей. На кабалах. Так это не я взял. Так.
Я понял. Слушай, Майкер просто майнгейм, ты понял? Я не понял просто, что... Говорит, ты решил кабала взять? То есть он сразу в НЛП я говорит. Я не брал. Да-да-да, нормально. Джонни такой, слушай, я реально, что ты кабала взял? Если бы не выбирал, ты еще. Нифига себе, а как так можно было? Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Слушай, Саня, ты видишь, что творит? Какой прессинг сумасшедший. Если он будет против себя играть на этом же сабе, что будешь делать? Слушай, что придумаешь? Не знаю. Сяду на Human Smoke. Вообще унижение. Ничего. А как он пробивает бух? Он же первый... Интересно. Ё-моё, что ж ты будешь делать? Ай, блин, мог наказать. А что так? О! Ну-ка. Слушай, пошла. Нормально. Вот этот спин заходит. Так, какие-то джебы. О, это обман, где не блокируется. Пошла. Ну, ясно, короче. Слушай, тут один блокируемый, второй не блокируемый. Просто накидывает. Непонятно, что будет. И чё? Хорош. И чё? Ну, хаос просто в углу. Раз, разворотика. Добрый вечер, я здесь. Слушай, ну надо что-то делать, Майкер. Надо что-то думать, надо что-то придумать. Какие есть варианты? Что там у тебя в загашнике? Надо доставать, потому что это прям надо забирать. Че, какие там у тебя? Эльфы есть какие? Смотри, как вот тут из эльфов есть. Эльфы есть там? Есть какие, что тут? Гиганты, бери гиганты. Опа, так. Сейчас все покажет, что умеет Джонни за всех персонажей. Да нет, тут. А это кто? Это Скорпион. Да. Это Скорпион? Уа. Ну где я, комбо, Миш? О, get over here. Там Мэггот передает большой привет. Майкер говорит, очень рад смотреть был, как ты там играешь. О, привет. В своей стратегии, да, поэтому спасибо тебе большое. Громадный привет. Рад, что ты в здравии. Так. Ну что, 2-0. Почему это? Уже пора, что ли? В смысле, рад, что все хорошо, что все окей. Не, ну он имел в виду, что ты в здравии, что ты в турнире, понимаешь, что ты еще в теме, все нормально. Так. Слушайте, ну они прям это... Аккуратно. Да. Да. Ой-ой-ой. Не успел. Ну где комбо, Миш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, сразу гарпун в наглую, просто в наглую. Ой-ой-ой. Смотри, какие он комбо вытворяет. Ну-ка. Вот так вот спин пошел. Ай-яй-яй. По столбок опять. О, да, конечно. Так. Ну смотри, просто пытаются друг дружку тут забайтить, уважают друг друга, стоят в блоке, не наказывают. Оху, оху, ох, вот это ты, да, за долю секунды ушел. Бань, здорово. Хорош. Бери коня. Хорошего, жалеть уже. О, вот она, страта сейчас пойдет. Да, сейчас будет камбэчная. Да. Так, где мой конь, огонь? Вот. Так, Джонни, ну что придумаешь? Джонни придумался. Я пытаюсь, да, придумать что-нибудь, что я могу сделать. Прожектайлы не работают, стрелять не получится. Надо кулаками. Кого-то с такой, знаешь, прям кто будет огрызаться очень Джакса сильно. Джакса какого-нибудь. Такого. О, кстати, хорошая идея. Джак, кстати, норм. Да. Ну ясно, сейчас давайте втроем еще выйдете, поиграйте против меня. Не, да, на самом деле такое. Они просто в фильме дрались, поэтому я решил это вызвать. Да. У нас тут все по лору, понимаешь? Монзик пошел, да. По лору. Блин, у него реально медленные удары. Так, ну не, почему? У Джакса достаточно быстро все, почему медленно? Это все. Да блин! Это не работает! Еще заряжай! Давай! Зедочка! Давай! Надо добить, надо просто. Оп! Не дотянулся! Работай! Ой, а как ты понял? Да ебать! Он не успел встать! Просто хвостиком забрал, ну что ж ты будешь делать, а? Смотри, что происходит? Мышка бежала. Ты смотри, ты чё, серьезно? Да ладно. Это что за гимнастика такая? Опа, кулаком через фуллскрин забрал его, серьезно? Блин, ну как он перепрыгивает, а? Смешно. Ты что делает, а? Ой, блин. А, ты умеешь так, да, все-таки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. Ты чё? Поймай сейчас фрейм. Да ну, смотри, в угол зажался, не может это сделать. Ой, блин, нашёл имбу. Да. Слушай, надо тебе рукой попробовать тоже, Майкер, рукой попробуй его бить, оно тоже неплохо. Там в упор подходишь, раз вот так, да, оно нормально будет. О, слушай, это ничего не работало. Майкер, попробуй вперед, вниз, назад, крестик. Верхний удар. Да, икс. Что ты? Вперед, вниз, назад, X. Вперед, вниз, назад. Ну ладно. Да. Там просто очень жесткий шарик.
Да-да-да, попробуй, попробуй, это может помочь сильно. Да, бля, один удар, и у меня половина здоровья нет. Вау! Здесь надо. Подожди, я проиграл? Да. Это шарик, если этим шариком убивают, то даже если счет был там 1-2, то сразу две победы. Да-да-да, это, кстати, так реально. И ты за экран улетаешь, там две победы сразу накидываются. Это так и есть, все нормально. Так. Так, пошла. Майкер просто в лавку зашел, прикупил фаербольчик там, заклинание, и нормально. Опа, так, Джонни серьезный, камон, типа, иди сюда. Так, это не работает. Ты можешь притянуть только у кого две ноги, у него четыре, поэтому не можешь. Не хватает. Так. Слушай, ну все, шутки кончились, шутки кончились. Да, шарик нужен, шарик. Кажется, шарик был за манухой. Да, слушай, он прям ждет твой шарик, раз сразу на телепорт. Смотри, хитрый какой. Да. Вот, иди, да, выучи. Молодец, да, все правильно. Вот так и надо, вот так и надо. То есть забайтил его, и потом сразу с руки его. Раз. Но там быстрые удары, к сожалению. Да, мы видим, быстрые удары, все нормально. Две руки, минус 50 хп, все хорошо. Выровнялись. Кстати, не попадает, смотри, не телепорт, да, он пролетает, он в угол не попадает в него. Поэтому в углу, в принципе, можно засесть, да, нормальный вариант. А Джону надо подходить туда, потому что сдалека он, в принципе, ничего не может ему сделать. То есть любой удар не прокатывает. Я пытаюсь отреагировать на шарик. Да, блин, не успел. Ой-ой-ой-ой, 30 секунд, 30 секунд, время поджимает. Это что сделал? Огонь. Представляю, там Джонни готовится там против Саб-Зира, там еще с него конь просто с шариком. Да блин. Что случилось? Два удара. Бум, через блок. Так, слушай, хорошо блокирует здесь. Вот эти напрыжки прям видишь, коварные. Так сложно их против них бороться. И Джонни эту фишку понял, смотри, и начинает обузить этот телепорт. Вот еще свои напрыжки. Давай, давай, надо встретить его просто с рукой в прыжке. И вот же, что ты будешь делать? На Дэнджи просто по всей пиксели забирает его. Какой конь? Чудо-конь. Принесет мне победу. Там у Майкера еще у него у коня вниз вверх телепорт. Такая вот неожиданная фишечка, знаешь, можно делать. Ой, вот так вот рассекать. Да. И че, а? На ходу обучается. Смотри, что творит, да? Раз, так ему за спину. Интересно. Да. Ух, ошибка дорога для. Слушай, ну Джона. Джонни прям телепортами прям начал. Так. Да, конечно. Ага, я гелом, спасибо. Так, смотри, Майкер стал аккуратно играть, то есть просто так руками не раскидывается. Только в нужный момент и вот этот момент. Ты что, а? Сейчас приноровится Джонни. Да. Попробуй руками там, да, оно будет хорошо его перебивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Хорошо. Да, вот и в углу сейчас надо дожимать, да, там раз, руками туда-сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как он начал ему с одной стороны, со второй накидал, как? А? И телепорт. О-о-о. Красота, вот это то, что вообще мы ждем от Джонни. Да, это майндгейм, прочитка, все шикарно. Ай-яй-яй. Хорош. Угу, смотри-ка ты, а, перестал ты напрыгивать, опа, серьезный, просто выравнивает все, что Джонни потел полраунда, с одной ноги просто, точнее, даже с двух ног просто выравнивает, понимаешь? Так. Очень напряженно, потому что здесь вроде как по хп-шечке, вроде у Джонни все ровненько, но здесь в углу что будет делать? Так, отпускает здесь телепорт, зажимает, ну-ну-ну-ну-ну, слушай, опасно. Один удар. Так. И здесь нет, заблокировал! Один удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Че, 4-2, опасно. Жесть. Слушай, тут прям, если бы Джонни сейчас не угадал и просто прилетел бы какая-нибудь рука или нога от Матара, то это все, это было бы труба. Ой-ой-ой. Давай шарики, телепорты, пошло. Так. Блин, так он не уходит в стан. Да, у него он может блокировать вообще комбы, он может блокироваться прям. То есть тут как бы и Матаро, он как бы среди комб прям блок может нажимать, поэтому против него опасно. Среди комбы блок. Да. Так, зажимает в угол, слушай, апперкотики, вот это хитро придумал Джонни. Там сложно. И он сейфовый, оказывается, понимаешь, после пушбека, там не зацепить его. Так, здесь хороший хвостик. Да я даже по нему попасть не могу. Да это извини, это Майкер, как бы ты что думал, так? Просто тебе. Ай-яй-яй, спиной повернулся и сразу со спины, вот видишь, подкрался.
Так, немножечко. Пытается по чуть-чуть, но очень-очень мало снимает по блоку, там прям пиксели какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, с двух сторон просто запутал, мотор не понимает, куда ему бить-то. Хороший телепорт. Ой, отлично. Так, в угол опять зажимается, опасно, в прошлый раз... Ой, если бы зацепил! Я не понял! Да. Чуть-чуть пикселей не хватило, да. Ты знаешь, там даже рукой, может быть, чуть-чуть дальше он зацепляет. А вот здесь, смотри, с ноги. Смотри, да, просто по всему экрану мутузит его. Ты глянь, что творит, а? Здесь Денджер! Давай! Так, кто-нибудь! Да, ну! Нет! А как хватило? Как ты там заблочил-то это, а? Ёма, я думал, ну все, шарик не среагировал. Как хватило там у тебя хпшечки-то, а? Жесть. Хорош. Ну все, это последний, кажется, да, уже? Да. Все, победа. Да, уже все. Ё-моё. Ну, спасибо большое, мне очень понравилось. Пойду стримить тоже, но другое. Так, единственное, только смотри, блин, я бы тебя, знаешь, что попросил, Майкер? Тут вопрос в том, что у нас с этими вебками. Если у тебя есть веб, буквально тут у нас осталось сколько? Ну, минут, наверное, 30 максимум. Потому что если ты просто идешь с Дискорда, оно все поломается, вот в чем дело. Если я не буду уходить из Дискорда, просто я замучусь, и все, мне Дискорд не нужен. А, все, я тебя понял. Хорошо, окей, добро. Было приятно пообщаться, весело, большое спасибо, приятно познакомиться было с Джонни, пообщаться с Вудушем, мы, кажется, с ним почти никогда не общались. Вот. Приятно видеть, что интересные люди. И спасибо тебе, Громада. И Слубой, да, конечно, спасибо Майк. За организацию и за приглашение. Я думал, спасибо. Что немножко мимо будет, потому что, ну, как бы в Mortal Kombat играли мимо? Все давным-давно. Но получил огромные эмоции. Еще раз спасибо за приглашение. Да, спасибо громадно. Спасибо громадно, что стоишь. Пока, Майк. Спасибо. Пока. Ребят, у нас сейчас самая жара. Майкер, он занимает третье почетное место. У нас сейчас жара, гранд-финал. До 7 побед.